Раньше жителям Самарской области приходилось ездить на ПЭТ-КТ-диагностику раковых образований в другие города или за границу. У нас Центр ядерной медицины открылся в 2018 году. Один из главных методов обследования – радионуклидная диагностика. Человеку вводится тропный препарат, в данном случае глюкоза, помеченный радиоактивным веществом. Когда он уже накапливается в патологическом, скажем так, очаге, его можно увидеть с помощью специального оборудования. Позитронный эмиссионный компьютерный томограф, сокращенно ПЭТ-КТ. Здесь проводят диагностику пациентов с уже подтвержденной онкологией. Она позволяет проследить динамику лечения, выявить метастазы и спрогнозировать риски рецидива. А здесь помещение радиометрического контроля. После процедуры пациент встает примерно как я сейчас, на расстоянии метра от датчика. И на экране выводятся показатели. Так контролируется уровень радиации в организме человека. С 15 июня Самарский центр будет принимать и жителей Тольятти, где филиал закрывается. Наша организация запущен шаттл, то есть это автобусное сообщение между городом Тольятти и городом Самара в обе стороны. Пациенты, записанные на исследование колл-центром или регистратурой города Самара, могут воспользоваться данным шаттлом. Пациентов принимают по полису ОМС и назначению врача. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте центра. Алевтина Серебрякова, Сергей Анненков, Вести, Самара.